На личном опыте я могу сказать, что я после института ходил в редкую книгу. И по рекомендации моих учителей я ходил в редкую книгу и очень много смотрел. Потому что визуально накопленный багаж очень ценен. Я могу не понимать, как это сделано, но визуально я могу сказать, а вот это мне нравится, это красиво. И вот это западает не в душу, а вот именно в сознание, что как красиво можно сделать, и это стимулирует, тогда меня стимулирует к собственному опыту, к собственному понятию, к большему копанию вот в профессионализме каком-то. Вот. Но это замечательно. Начиная с древних книг совершенно. Потому что вот когда я сегодня вот в этой акции я смотрю много книг, то такой какой-то такой освежающий какое-то впечатление было, как будто я снова, ну, типа родился, что ли. Такое замечательное как-то вот пробежка такая по истории книги, и ты понимаешь, что вот, ну, ты являешься каким-то маленьким элементом вот в продолжении этой вот истории создания, ну, хороших, красивых книг, вот так вот, можно сказать.